Об акселерации социально ориентированного предпринимательства говорят в эти дни во Владикавказе. Федеральные эксперты рассказывают представителям бизнеса о том, как развивать и правильно вести свое дело. Курсы организовали совместно Российский государственный социальный университет и Фонд поддержки предпринимательства «Северная Осетия». Формат новый, и реализовывать его начали с нашего региона. Программа насыщенная. Организаторы говорят, теория – это важно, но главное – практика. Тему продолжит Алана Тамаева. Все медицинские услуги, необходимые будущей маме, в одном месте. Здесь работает школа, в которой женщинам рассказывают обо всем, что связано с беременностью. Проводят обследования, делают все возможное, чтобы женщину подготовить к новой в своей жизни роли – роли матери. А еще здесь работают курсы йоги и фитнеса. Спорту уделяют большое внимание. Это зал для йоги и фитнеса. Проводит их как для беременных женщин, так и для тех, кто уже родил. Также йога есть для детей и просто для женщин. Еще одна интересная деталь. Йогу здесь преподают для тех, кто беременеть только планирует. Благодаря тренеру этого центра забеременеть смогли уже 9 женщин. Медицинский центр работает, ориентируясь на современные методы и технологии. Здесь говорят, бизнесу принципиально важно идти в ногу со временем. Руководство центра занимается развитием и социальной сферы. Совместно с одной из городских школ разработали проект. Мы начинаем такой проект. Это санэпидработа среди девочек 8 по 11 класс. И он будет направлен на то, чтобы девочки наши получили вот полное знание о строении своих органов, о том, что их ждет, как бы, когда они вступают уже во взрослую жизнь. И также у нас будет работать телефон доверия. Еще один центр – диализный. Здесь тоже большой акцент при работе делают на современные технологии. За 2 года работы помогли сотням пациентов с заболеваниями почек. Оба центра объединяют одно – участие в акселерационной программе для субъектов социального предпринимательства. Всего таких предприятий 5. Участники делятся. Эта программа действительно полезна и интересна. Не первый раз участвую в подобного рода проектах, именно с Денисом Богатовым. Очень интересная подача, интересный материал, необходимый, эффективный. Намного полезной информации для нас, которую мы можем потом непосредственно на практике применить. Для участников программы подготовили уникальную программу лекций и мастер-классов. Проводят их специально приглашенный эксперт из Москвы. Вместе с коллегами постарался сделать курс максимально продуктивным. Учит современному ведению социально ориентированного бизнеса. Это такая технология комплексная. Здесь и методология изучения присутствует, и анализа, и прототипирования, то есть обработки продукта, услуги новой, и внедрения на рынок. То есть вот сегодня мы начали достаточно глобальную и серьезную работу с участниками и постараемся их в индивидуальном порядке сопровождать, чтобы помочь им все-таки начать вот этот процесс развития. Курсы организовали совместно Российский государственный социальный университет и Фонд поддержки предпринимательства Северной Осетии. Формат новый, и начали его реализацию с нашего региона. Со стороны руководства республики уделяется особое внимание. И это замечают и на федеральном уровне. Поэтому и республика была выбрана как пилотный проект, апробировать вот эту программу и потом его транслировать на всю Российскую Федерацию. Акселерационная программа рассчитана до конца года. Московские эксперты продолжат работу в республике. Задача – привлечь большее количество предприятий Северной Осетии к социальной ответственности. Алана Тумаева, Чермен Сураев. Новости Осетии.